Приветствую всех, кто зашел посмотреть это видео. Сегодня мне попал вот такой автоматический выключатель советского времени. Да, и это видео будет полезно для тех, кто не знал, что в таких автоматах советского времени есть драгметаллы. Это у нас автомат H63M, видим, сделанный в СССР. Пломба того времени, знак качества. И год выпуска, 84 год. Это у нас автомат еще нигде не использовался, он новый. Ну что, посмотрим, что у него внутри. Да, и кому интересно это видео, можете поддержать его лайком. И кто еще не подписан на мой канал, можете это сейчас сделать, подписаться. Так. Готово. Опа. Так. Гаситель. И видим. Вот эти драгметаллы. Это у нас техническое серебро. Контакты видим. Раз контакт, второй контакт. Сейчас проверим. И хочу сказать цену на эти контакты на сегодняшний день. Сейчас проверим. Так, тут железо. На магнит. Контакты не магнитятся. Так, проверили. Немагнитные контакты, вот такие, отпаянные, они их принимают не с целыми клеммами, а их надо отпаять от клеммы и сдают в россыпи. И за 100 грамм таких контактов не магнит дают $36 за 100 грамм. Повторюсь, буду говорить вам о валюте, чтобы было всем удобно перевести на свои деньги. А есть такие же контакты, только магнит, дают за 100 грамм $27. Конечно же, этот автомат я ломать не собираюсь, он новый. Покажу вам вот контакты, как они выглядят. Уже отпаяны, это чуть от другого автомата. Но все же он у нас не магнитный. Ну и за такие, как я повторюсь, за грамм получается у нас $3.60 вот за такие контакты. Техническое серебро. Так что если вам будут попадаться советские, именно советские автоматы такие бушные, ну неважно какие вам будут попадаться, можете разбирать. Тут есть техническое серебро, и на этом можно как бы подзаработать. Да, цена неплохая, просто надо собирать. Этот как бы новый автомат, я не собираюсь его ломать. И еще есть вот такие вот контакты, покажу вам. Они вот бывают разные, круглые. Так что, кому было это видео полезно, можете поддержать это видео лайком. Кто не подписан, подписаться. Так что всем пока и до следующего выпуска.